Доброе утро. Еще тут на одном моделинг споте я что-то глянул с утра. Чувак что-то так усложнил. Короче, вот этот элемент мне показалось, можно поинтереснее сделать. Вот у меня как бы конечный продукт. То есть он состоит вот из такой топологии очень простой. Вот с помощью модификаторов можно контролировать вот эту фаску, например, этим бевелом. Можно помягче сделать, можно более жесткую сделать фаску. Вот, а начал я с чего? Сначала я сделал цилиндр, бокс. Засабдивленный бокс. Потом кастом я придал ему сферическую форму. Потому что если бокс отсабдивить, он не совсем круглый получается. То есть вот здесь фактор надо на единицу поставить. Тогда будет идеальная сфера. Вот, потом я его размножил с помощью Array модификатора. Вот на 45 градусов плюнул 8 штук этих. И потом отбулинил. То есть вот он, обычный булин. Ну и потом чуть-чуть топологию поправил и убрал лишнее. Мне кажется, гораздо интереснее варик получился. При этом он, ну, шидит как бы правильно. То есть нету каких-то этих подтягов или че. Единственное, здесь какая-то вата.
А, кстати, вот сегмент надо добавить. Вот так лучше сделать. Ну вот.